наконец-то взял эту рыбу. Всем привет, давайте расскажу, как было дело, что за рыба и на что ловил. Иду я вдоль Черного моря и сомневаюсь, что я сегодня что-то поймаю, ведь последние дни на море толком не клюет ничего. Родственник с утра тоже ходил на рыбалку, сказал, что даже не клевало. Ну все, негативные мысли прочь, я уже на месте собираю спиннинг и пробую ловить. Кстати, бомбарду на 25 грамм я утопил, сегодня поставил 10-граммовую. Летит заметно ближе, но скорее всего это сыграло свою роль. Поклевка случилась уже на первом забросе, а рыбку я поймал примерно на третьем. Тут местечко для твоего лайка. Это необычная рыбка с длинным телом, именуется сарган. Честно говоря, при первых поклевках я думал, что ловлю кефаль. Тем временем есть второй сарганчик, он немножко меньше предыдущего. Так вот, все указывало на кефаль, потому что тот же червяк не рис, те же два крючка, тот же заброс и та же проводка. А вот рыбка другая, и без тени сомнения, скажу честно, я рад этому. Спасибо, что досмотрел до этого момента, подписывайся на канал, еще увидимся. Ну а я...